партия Некрасивого и Каспара, причем как раз у самого Карпова. Это Винарус, 1993 год. Карпов играл первый. Опять стратегическая защита. Опять черные разгромили белых. Хотя стратегическая защита считается довольно трудной для белых, для черных. Но, тем не менее, Каспаров очень много красивых побед. Вот это одна из самых знаменитых его побед. Д4. Конь f6, c4, g6, конь c3. Ну, вы помните, это примерно то же, что не это предыдущий партнер, а до этого у нас была страничная защита. Кольцо с Каспаровым ты видел. Вот это здесь примерно пока так развивается. D4, значит, конь c3, слон g7. Е4, Д6. Ну вот видите, сталинистская защита. То есть черные не играют Д6, Д5. Не играют Д7, Д5, а играют Д7, Д6. Позволяя белым создать мощный пешечный центр. Но некоторые любят таким центром играть, а некоторые любят наоборот этот центр атаковать. В частности, вот Каспаров такой любитель атаковать этот центр. Ничего страшного, он считает, что. Так три пешки, c4, d4, e4, очень-очень тяжелый центр. Но он находит пути к ним подобраться. Вот это одна из таких характерных партий. Последовало, значит, f3, белый еще крепче свой центр защищает, f3, черный заканчивает развитие, 0-0. Слон e3, все слон e3, все слон e3, все фигуры по центру, видите, мощный центр. Не подберешься. Но, тем не менее, он начинает на этот центр давить. Е7, Е5. Е7, Е5. То есть, нажимает на этот центр. Ну, здесь разные варианты есть, но белый играет конь Ж, Е2. То есть, стараются этот центр укрепить. Черный конь Б, Д7. Поддерживают центр. Белый ферзь d2 играет, кажется, все так мощно располагает фигуры по центру. Черный играет c6. Спокойный ход, но при случае сыграть d7, d5, d6, d5, то есть ударить еще раз по центру. Белый играет ладья d1. Защищает центр. Все эти два круга центра. Черные играют, делают скромный ход А7, А6. С идеей путем В7, В5 подорвать центр тоже. Пешка С4 подорвать, а значит весь центр. Белые не удерживают такого давления. И им следовало здесь играть Д4, Д5. Продолжаем мощность. Хранить свой мощный центр. Но белый не выдерживает карту, он меняется на Е5. Больше не хочет здесь, чтобы на него давили. Играет ДЕ. Теперь завязывается правильно. Нет, он не побили пешки на Е5. Черные не побили, белые побили на Е5, а черные побили конем. Конем на Е5. Вот теперь завязывается очень интересное сравнение, которое черные фактически здесь выгодны для черных осложнения. И здесь черные конь в центре, там давление на c4 оказывает. И белый сыграли b3, защищает пешку c4, b3. Черные жертвуют пешку на d6. Они играют b7, b5. То есть создают давление сбоку на центр. И не считает жертвы. Пешка d6 под боем. Белый съедет на b5, cb. Черный съедет на b5, аб. И белый, то есть Карпов, решил забрать пешку d6. Очень рискованно. Это позволяет черному очень активно
7. Отступает, освобождает, во-первых, стало уже 7, и по диагонали, если он становится активным, и уходит от размена фильтрей. Последний был F4. Кажется, что белые создают неприятное давление. И пять коня напали, пешки идут. Но ничего страшного, все это предусмотрено Каспаровым. Последовало B4, медленный ход. Черный не уводит коня с E5, а сначала делает промежуточный ход. Здесь, конечно, надо было победить E5, и после C3, там победить на C3, или черные берут на E5 пешку. Получается довольно острая игра, черные хотя и не так уж и плохо, но, по крайней мере, была бы живая игра, неизвестно, чем дело кончилось. А белые... Нет, а белые... Белые сделали неважный ход. Они сыграли... Отступили конем на B1. А почему нельзя было победить на B4? Ну, если конь G4 очень неприятный ход. Слон заработал бы. Этот конь заработал на E3. То есть здесь разные угрозы. Черные теперь отступили на B1. И здесь это тяжелая ошибка, конечно, надо было, как я говорил, победить на E5. А на B4, это после конь G4 очень много угроз черных. И поэтому здесь белые... Черные сыграли конь G4 все равно, конь G4. Белые сыграли слоном на D4, слоном D4. Черные разменялись на D4, ферзь побил на D4. Ферзь побил на D4. И белые черные съели пешку на А2. На А2 съели пешку. Ну, здесь сами понимаете, ладья протекла на вторую линию, поэтому черный более чем достаточный контр-игрок. Просто активная позиция, они сейчас даже пешку не пожертвовали. Ладья берет А2. Последовало H3. Конь на G4 неприятно стоит, может там влезть в лагерь черных. Белый пытается его отогнать, H3. Но черные не отступают конем. Они сначала делают H4. Ну такой ход был, да. Но тогда G3, да, без коня можно остаться. G3. Если здесь шах предлагают, то G3 выход, непонятно, куда отступать. Ну, нет угроз. Нет, черные вообще делают изящный промежуточный ход, они играют C5. Они, во-первых, укрепляют пешку H4. Коня и ферзя белых выбрасывают из центра. C5. Белых вообще не видно, куда ходить ферзем. Смотрите, ну нет удачного поля. Они отступают на G1, надо сами понимаете, когда ферзь. То есть они все, ферзь G1, все фигуры сосредоточены на первой линии. Король остался в центре и так далее, и так далее. И все это практически ни на что. Черные пока вообще ничего не отдали. Ферзь G1. И здесь... Здесь черные уже отступили, конь G6. Но не сразу, как видите, а сначала просто отбросили ферзя. Конь G6. Последовал E5. Кажется, что белые двигают дальше, отбрасывают фигуры. Но не тут было. Черный конь в центре теперь переводится, конь D4. А E5 был вынужден ход, потому что пешка висела. Теперь смотрите, конь в центре, ладья по второй линии. Все очень плохо. Белые сыграли H4 от беспомощности, пытаясь там линию H скрыть. Но последовало очень мощный ход C4. То есть здесь черные на ферзевом фланге прорываются. Как ходить?
Но пешка на b3 грозит. Если bc тоже пешка b3 идет, то b3 черные здесь прорываются с какой-то пешкой своей, буквально ферзи. Поэтому белые сыграли конь c1. Значит, ну, смешная позиция, смотрите. Все фигуры белых, партия двух выдающихся гроссмейстеров, и после 21 года все фигуры белых отступили на первую линию. То есть все бывает крайне редко. То есть черный атакует, у них активная ладья, активный конь, ферзь может войти в игру в любой момент, а белые все фигуры на первой линии. То есть у них очень тяжелая игра, и здесь еще один эффектный ход. Начинаются решающие наступления. А каким образом, как вы думаете? Ладья под боем, кстати. Белые последним ходом, с одной стороны, защитили пункт b3. Пешку b3 защитили. Там на c, конь b3 могут пойти. Да еще на ладью напали. Черные делают очень интересный ход, который, ну, может быть, здесь можно сообразить, но это с самого начала пойти. Ну, тогда он просто взял бы на b3 или там ладью, не знаю, на b3 бы взял. Здесь очень посильнее есть, чуть-чуть сильнее, чем у cb, а может даже намного сильнее. О, c3, правильно. Причем заметьте, что ладья на 2 подбоя, он просто холодно оставляет один подбой у Каспаров. Но пешка c такая мощная, она идет вперед. Ну, у черных нет выбора, грозит вообще c2, и там ладья будет под боем, и конь, и будет грозить превращение пешки в ферзи. Белые забрали на a2, от безвыходности забрали коня на a2, и последовал c2, почти эффектный финал, понимаете? То есть черные пожертвовали чистую ладью. Но пешка c оказывается гораздо сильнее ладьи. Она просто проходит вперед. c2, и что делать? Ну да, но так ферзь все равно на отшибе. И здесь отыгрывается на 1-1 тогда. Ферзь даже один не играет, ладья даже один не играет, слона все фигуры стоят. То есть ладья один, толку в этом мало в этом ходе. Там еще потом конь g3 возможно. Короче говоря, здесь белые пытались выскочить ферзем, ферзь d4. Пытаются выскочить ферзем, все равно белые побили на d1. Король побил на d1 и последовал просто спокойный ход, конь dc5. То есть черные предлагают разбить людей, но настолько неудачно все фигуры белых стоят, что размер людей в пользу черного. Там еще ладья это может зайдет, а уже все же отыграно, ничего не отдали, поэтому черные, да? Раза 3-5. Да, ну пешка, но там ладья войдет в игру, и там ладья на h1, конь g3 будет грозить, фигуру съесть, там слишком много вопросов. И конь c3 шаг, конь шаг, вот так пешка. Вторая пешка все пойдет в ферзи, поэтому здесь последовало белый вынужден. А тут вообще ферзь под боем, никуда не лезет. Поэтому последовало, пришлось взять d8, ладья берет d8 шаг. Короче, 2. То есть материально все получилось. А материально все уравнялось. Лишняя пешка у белых. Но после этого просто конь f2. И дальше будет. Ну, белые здесь сдали, потому что подбоем ладья, а если ладья идет на
Хотя по-другому, если так, то еще одна фигура подключается, может сдаваться. Не знаю, кто это. Но если так, то просто еще вариант один, эта фигура теряется, и эта фигура теряется. Если сейчас стало две фигуры, и фигура отыгрывается, а ходов вообще нет. Вот, и ладья по-прежнему вне игры, ну и так далее. А можно это здесь побить, и потом начать. Оставаясь лишним фигурой. Ну, такая яркая партия, короткая, в которой Каспаров одержал очередную победную карту. А это мат, ну хоть белый, но это все равно не спасает. Это если бы он черный был мат, но они только что пошли на b1, напали на мат. Но если конь уходит, но они, во-первых, сюда, здесь более защищены, здесь защищены. Если сюда они будут побить шахом, потому что вот шахом и победить будет. Ну я могу этого подать коня, потому что да. Надо заставить себя мощнее. Нет, ну от мата защищать всегда. Да, ты, я выбираю этого коня, потом этого слона, то есть остается просто горячий. Это многовато для двух выдающихся гроссмейстеров играть без укрепления.